Мы знаем, что в Писании Бог говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Мы знаем, что Писание говорит: «Без святости никто не узрит Господа». Мы знаем, что Писание говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Но что же такое святость? Это значит делать больше? Я перестал делать плохое и начал делать хорошее? Это изменение поведения? Это значит постоянно поститься, отрекаться от своей плоти и быть несчастным? Что же такое святость? Вы можете просто сказать, что святость — это стать подобным Иисусу в мыслях, словах и делах. Святость — это принятие природы Бога, характера Бога, в любви, истине и чистоте. И Павел написал это Коринфянам. Во втором послании Коринфянам, в 7 главе, он говорит о великих обетованиях, которые Бог дал, и мы должны выйти из мира, быть отделенными от мира, становясь сыновьями и дочерьми, и он говорит следующее. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Мы должны возрастать в святости. В тот момент, как мы говорим, что мы отделены как святые для Господа, Он ставит нас в категорию святых, отделенных. И фундаментальное значение святости — это быть отделенным, отличающимся, отделенным от греха, отделенным для Бога. И теперь, благодаря этой жизни в Господе, мы возрастаем в святости, мы становимся более зрелыми в святости, мы больше облекаемся в природу Иисуса. Наш характер, наши слова, наши желания о том, чтобы мы были более подобны Ему, мы отражаем Его больше и больше. И однажды, когда Он вернется, мы получим воскрешенные тела, совершенные тела, и никогда больше не будем грешить. Мы придем в совершенную святость. Но в этом мире мы стремимся достичь в этом полноты. Это прекрасно. Святость — это прекрасно. Вот почему мы поем хвалу Богу, Его святости, и говорим: «Господи, сделай нас святыми, как свят Твой Сын».